Привет, друзья! Я нахожусь в жилом комплексе «Раз, два, три», и сегодня я приглашаю вас посмотреть квартиру, которая продается. Это студия, 26,4 квадратных метра. Находится она вот в этом подъезде, в третьем подъезде в первой очереди. Рядом с нами вид на горы. Квартира находится на 10 этаже. Окна у нее выходят как раз-таки вот чуть-чуть во двор и в сторону гор. Но это не квартира от застройщика или просто по переступке, это реально квартира уже с ремонтом, с мебелью. Мебель частично остается, частично забирает хозяйка, соответственно, об этом вам расскажу в этом ролике. Пойдемте смотреть эту квартиру. По стоимости она 2 300 000, погнали. Итак, пройдемте в нашу студию. Студия квадратуры 26,4 квадратных метра. Заходя, мы попадаем в зону прихожей, здесь 2,5 квадрата. Здесь у нас стоит холодильник, микроволновая печь, ну и зона под гардеробную, в принципе, есть. Здесь у нас санузел. Санузел 3,2 квадратных метра. Здесь все, кроме стиральной машинки, останется, то есть стиральную машинку заберут. Просторный светлый санузел. Здесь у нас мы попадаем в зону комнаты. С этой стороны у нас телевизор и диванчик его заберут, а так вот диван, стол, стулья остаются на своих местах. Сплит-система остается. С этой стороны зона кухни. Кухонный гарнитур остается, за исключением там электроплиты, чайника, ну, такое по мелочам, то есть это тоже все заберут. Здесь фотообои, зона кухни сделана фотообоями. Тумбочка останется, утюг заберут, радиаторы, то есть здесь центральное отопление и пониженный тариф на электроэнергию, то есть, в принципе, бюджетные коммунальные платежи будут у вас. Выходим в зону лоджии. Лоджия здесь 2,8 квадратных метра, тоже она сделана. И вот такой открывается замечательный вид на горы. В будущем здесь будет стройка, поэтому прям шикарного вида обещать не будем. Но у нас здесь хороший прям вид во двор. Вам сейчас покажу его. И, в принципе, шума от стройки и детской площадки здесь не слышно. То есть мы сейчас открыли, вы слышите точно самое, то же самое, что и я. Ничего не слышно. То есть хорошая изоляция. Напоминаю, эта квартира стоит 2 300 000. Соответственно, если вы хотите что-то, чтобы осталось все-таки ваше пользование, то это уже отдельно обговаривается. На этом все. Если понравилось, звоните. Номер есть в описании. Всем пока-пока. С вами была Светлана.